Всем привет от Оксаны из Алабамы. Добро пожаловать в город Мобил, Алабама. Это наш очередной контракт. Хозяйка нас наняла делать внутренний ремонт, покраску, замену дерева и наружный. Дело в том, что в Америке трудно продать дом, если ты не сделал определенное количество ремонтов. Сейчас я вам покажу некоторые проблемы, над которыми мы работаем, чтобы у вас было представление. Вон, например, колонны сгнили. Хозяйка не хочет платить за замену колонн. И поэтому она попросила Сергея просто спрятать эту гниль. Видите, здесь растет пальма. Кстати, плоды скоро на ней будут. Прежде чем красить дом, Сергей будет обрезать эти листья. То есть, схоже, входит наш контракт. Обратите внимание, спереди дома нет карнизов, по которым бы стекала вода. Водосточных. А сзади дома они есть. И они создали большую проблему для хозяев. Так, здесь нет. Хозяева уехали в отпуск. У них есть бассейн. Я своих детей сюда притащила сегодня. Вот эти карнизы. Это бассейн. Карнизы на карпорте и здесь. Они забились листвой, иголками от всяких сосен. Вон сосны здесь растут высокие. И получается такая ситуация. Они не нанимали сервисы, которые бы чистили эти водосточные карнизы, трубы. И вот гнилое дерево. Вода оставалась там, не стекала никуда. Она, по идее, должна стекать. Видите, тут все для того, чтобы вода стекала. Мне один кровельщик сказал, что эти карнизы только мешают людям. Когда они забиваются, дерево начинает гнить. Что там такое? Что там интересного?
Мы сможем снять? Оксана, подожди, отстань от меня. Снять она. Снимают на Бродвее кого-нибудь. Снял. Ну, снимают не только на Бродвее, снимают в спальне, снимают видео. А я вижу гвозди там, которые ее держат. Сняли водосточные карнизы, и вот это все дерево заменим.